Добрый день. Так, сейчас мы тут прикрепим. Вот. Вы знаете, я вот наметил, какую песню петь, а потом вот прочитал вот эту надпись. Оказывается, у нас вот, блин, трезвый фестиваль. Ну, тосты, по-моему, всегда к месту даже на трезвом фестивале. Поэтому, когда вы придете домой, обязательно выпейте за вот этот тост, который сейчас прозвучит. А чуть погромче гитарку, можно? Или мне это сделать вообще? Если тосты рассказывать лень, станет праздник подобием пьянки. Ну так вот, в летний солнечный день мирно пасся козел на полянке. Рядом реченька тихо текла, так маня в жуткий зной искупаться. Вдруг красавица к ней подошла, не спеша начала раздеваться. Видя это, любой бы мужик в 6 секунд потерял бы рассудок. А козел, ну не мог ни на миг прекратить набивать свой желудок. Вот разделась и в воду вошла, нет прекраснее женского тела. А козлу, ну какие дела, ему травки покушать хотелось. Так жевала ж летела слюна, так алкаш припадает до водки, а девчонка ему-то нужна. Как ежу тормозные колодки, вот уж вышла одна из реки. С грустным видом таким одевалась, видно думала, эх, мужики, ну куда же вы все подевались? И одевшись, спокойно ушла, лишь козла потрепала по шкуре. Но винить вряд ли стоит козла, что козел, как и есть он в натуре. А теперь, наконец-то, и тост. Впрочем, вы догадались и сами. Так давайте же выпьем за то, чтоб не быть нам такими козлами. Так давайте же выпьем за то, чтоб не быть нам такими козлами.